позволю себе вытерпеть. Давайте аплодисменты друг другу поприветствуем, потому что мне очень радостно, что на первый день настолько много собралось. Привет! Знаете, волнуюсь и соскучился, хотя расставание было недолгим, всего год-то прошел, год и еще один день, и тогда будет ровно год. Дорогие друзья, 13-й раз мы с вами собираемся здесь, в гостеприимном Шушинском, как большая дружная семья. Кстати, тематика фестиваля подразумевает огромное количество семейных площадок. Мы сегодня собрались на главной сцене в первый раз, но третий день фестиваль живет. Уже набирает свои обороты, появляются первые результаты. Впереди у нас три главных дня фестиваля. Здесь, на центральной площадке, будет проходить конкурсная программа. С участниками и номинантами конкурсной программы мы будем знакомиться прямо сейчас. И хочу сказать первое новшество, которое появилось в этом году. У нас две премии мира. И стало быть, мы в этом году разыгрываем как музыкальную, так и мастеровую. Ну что, Шушинская, готовы встречать участников конкурсной программы? Народной музыки «Скоморохи», город Кемерово. Ноздрина Екатерина Юрьевна и Никишичева Валентина. А теперь я предлагаю похлопать особенно, потому что это юг Красноярского края. Республика Тыва, город Кызыл, прислал группу «Улу». Из города Омск приехал фольклорный ансамбль «Славяне». А теперь приветствуем гостей из города Тюмень. Фольклорный ансамбль «Чебарица». Город Ташкент, Республика Хакасия. Как вы видите, некоторых участников мы видим не в первый год и особенно аплодируем. Фольклорный ансамбль «Вереница», город Тула. А теперь у чуда единственные участники из города Красноярск. Группа «Последний Жилин». Поселок Емельяново, также неоднократный участник фестивальной программы в Шушинском. А теперь город Москва, группа «Кукушкин баритон». Из города Ульяновска приехал замечательный фольклорный ансамбль «Ладанка». Члены конкурсного жюри, сейчас же я попрошу немного расступиться, потому что в этом году у нас есть вторая премия мира, это которая у нас будет мастеровая, и давайте аплодисменты поприветствуем участников этой номинации. Итак, встречайте под ваши бурные аплодисменты Киргизов Николай, город Дудинка, Баринова Надежда, город Тверь, Келивных Наталья, город Ачинск, город Чита, Колчин Сергей, город Красноярск, Шиханин Александр, город Ялта, Республика Крым, Морозова Диана, Алтайский край, Дятлов Максим, город Новосибирск. Вот в компании этих замечательных артистов и мастеров мы будем все 4 дня, 3 дня, которые нам предстоят,
будем петь, танцевать, творить, путешествовать. Сегодня день не очень радостный, несмотря на то, что у нас и все собрались, и фестиваль начинается в запланированные дни. Дело в том, что вчера в Красноярском крае, я думаю, что все вы знаете, если произошла страшная трагедия, в том числе и в этом злополучном автобусе, который погиб на пути из Красноярска в Шушенское, погибли представители культуры. Есть Лесосибирцы, а Лесосибирск – это мой родной город. И я особенно тяжело принимаю вообще все, что происходит. Поэтому, дорогие друзья, я надеюсь, вы нас поймете. Давайте минуты молчания почтим память этих людей, которые по пути сюда погибли. Миру мир, 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 мир. Давайте аплодисменты приветствуем начало конкурсной программы. Этнической музыки сопровождается показом произведений мастеров народного творчества. Это те, кто занимается керамикой, те, кто режет из бересты, те, кто выполняет изделия из камня, кости, замечательную вышивку, ткачество и так далее, народные мастера. Но конкурс для них в этом году проводится в первый раз. Сейчас у нас 12 номинантов было, трое не приехали, 9 номинантов. Пожелаем им всем больших успехов, пожелаем удачи в дальнейшем, и чтобы никогда их руки не опускались, чтобы вот их золотые руки всегда служили добру и людям.